С лопатами в руках молодые добровольцы вышли на акцию «Снежный десант» по маршруту у студентов политехнического техникума дом номер 1 по улице Набережной, где живет Николай Давидович Фишман, сын известного физика-ядерщика. Ребята решили помочь пожилому человеку, расчищали дорожки и подходы к дому, убирали снежные комья. А сейчас, в пору обильных снегопадов, это как никогда актуально и необходимо. Никто не может помочь сейчас расчистить снег, сейчас проблемы с парковками, ну то есть много проблем со снегом сейчас в этот момент. Я думаю, что если ты поможешь человеку, он поможет тебе в ответ. Спросили, могу ли я, ну я как добрый человек решил откликнуться на зов помощи. Обновили, наверное, пару тропинок, чтобы человеку, который здесь живет, было удобнее ходить. Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» существует не первый год, и студенты Сарова принимают в ней активное участие. В рамках акции молодые люди проводят ряд добровольческих мероприятий для ветеранов труда и войны, пожилых людей и всех нуждающихся. Конечно, ребята могут помочь не только убрать снег, но и наколоть дрова, привезти воды или продуктов. Нужно помогать друг другу, а уж тем более людям, которые, к сожалению, в силу возраста или каких-то особенностей не могут себе помочь. Естественно, ну кто им еще поможет, если не студенты, не добровольцы, не люди, в конце концов. На это и рассчитано добровольческое направление среди молодежи, прежде всего. В этот же день уже студенты Саровского медицинского колледжа выезжали еще по двум адресам. Акция «Снежный десант РСО» стартовала перед днем снега. Студенты выезжали на лыжную базу и расчищали площадку для городского праздника. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.